Погрузитесь в мир BioIN с помощью сайта bioin.co. Здесь вы найдете полезную информацию о программе, от описания ее основных особенностей до видеороликов и перечня основных ингредиентов. Вы можете создать персональный профиль. Чтобы авторизироваться или зарегистрироваться, нажмите пиктограмму профиля в правом верхнем углу экрана. Вы можете зарегистрироваться, используя свой адрес электронной почты или профиль Facebook. Регистрация через Facebook всегда занимает меньше времени. Ваши персональные данные, такие как имя, фамилия, адрес электронной почты, будут заполнены автоматически. Зарегистрировавшись через Facebook, вы сможете входить в систему нажатием всего одной кнопки. Теперь заполните остальные обязательные поля. Выберите день начала программы и продукты для этапов программы с 4 по 6. Выберите частоту напоминаний о времени приема. Вы можете получать напоминания по электронной почте или через сайт, а можете отключить их. Поздравляем! Вы зарегистрировались и готовы исследовать мир BioIN. Это ваш профиль пользователя. Слева вы видите значок профиля и индикаторную линию вокруг него. В центре находится кнопка плана питания, в котором расписываются блюда для первого этапа программы, ваши персональные и программные настройки. Взгляните, справа показалось ваше первое напоминание. Примите дайджестико на завтрак. Нажмите зеленую кнопку, если вы уже сделали это, и красную, если примете продукт позже. Система напомнит. Вы можете не волноваться, что забудете о времени приема. Давайте нажмем персональные настройки и узнаем, как вы можете редактировать свой профиль. Мы перешли в окно персональных настроек. Здесь вы можете изменить свои личные данные. Чтобы принять изменения, нажмите «Изменить». Чтобы вернуться к образу профиля, нажмите «Отменить». Переходим к персональным настройкам. Слева показаны параметры напоминаний. Здесь вы можете выбрать частоту оповещений через сайт или почту, или вовсе отключить их. В центре экрана находится кнопка «Перезапуск программы», нажав которую, вы возобновите программу с первого дня. В правой части экрана находится окно приостановки программы. Если вы не можете принимать продукты по программе или уезжаете на отдых, всегда можно приостановить программу и вернуться к ней, когда вам будет удобно. Но действуйте с осторожностью, потому что если перерыв превышает 2 недели, программа теряет эффективность. В окне «Настройки программы» можно в любой момент выйти из профиля. Чтобы сохранить изменения, нажмите «Сохранить». Если вы хотите вернуться к своему профилю, нажмите «Отменить». Теперь давайте рассмотрим варианты питания для первого этапа программы. Нажмите «План питания». Здесь вы можете просматривать и удалять все созданные вами планы питания. Чтобы создать новый план, нажмите «Добавить новый». Вы приступаете к созданию нового персонализированного плана питания. Назовите его. Выберите подходящий для вас тип питания и категорию калорийности. Выберите, что вы любите есть на завтрак. Нажмите «Следующий». Таким же образом укажите подходящий вам второй завтрак, полдник, обед и ужин. К некоторым ингредиентам в рецептах даются полезные советы. Чтобы просмотреть их, просто наведите курсор на то или иное подчеркнутое название ингредиента. Закончив выбор, вы попадаете в окно обзора, где сможете быстро просмотреть отмеченные блюда, чтобы при желании вернуться и внести необходимые изменения. Данные можно сохранить как файл PDF или выслать электронной почтой. Сохраненные планы питания будут доступны в вашем профиле как всплывающее окно. Это обеспечит постоянный и удобный доступ к ним. Итак, мы кратко описали возможности вашего профиля на bioin.co. Теперь перейдем к приложению, созданному специально для вашего мобильного устройства.